скажете мужчине? Ну, для того стать мужчиной, нужна борода, потому что он мужик. Замуж подчеркивает как-то его мужественность или мудрость. Ну, стиль такой, может. Ну, некоторым не идет, что борода. Мода, наверное. Борода? Да. Тогда мы скажем да. Шучу. Не знаю, красота, наверное. Не знаю. Чтоб зимой, наверное, не замерзла, чтобы была. Даже не знаю. Красит, наверное. Мужчина же. Борода. Для брутальности, скорее всего. Борода. Ну, не знаю, это показывает. Это отличие твое от девушки, которые могут увидеть другие люди. Петр Первый, как известно, своим подданным, мужчинам, естественно, велел сбривать бороды. Дескать, некрасивые они. И вообще, что мы как варвары ходим? Правда, многие говорили, что император просто завидовал. У него самого борода росла слабо и была очень жидкой. В наши дни вопрос о бороде очень простой. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Никита Черевко, Алексей Некрасов. 365 инфо.